Приветствую вас, мои уважаемые подписчики. Меня зовут Марина. И сегодня я провожу для вас эту видеопрезентацию, которая посвящена таким полезным продуктам для нашего здоровья и красоты, как коллаген и гиалуроновая кислота. И рассказывать я буду вам о продукции компании NeoCell, которой я пользуюсь сама и которая мне очень-очень нравится. Так, из этой презентации вы узнаете, что такое коллаген и для чего он нужен, как работают добавки с коллагеном, какие типы коллагена бывают и для чего они предназначены, что такое гиалуроновая кислота, каких результатов и за какое время можно достичь, принимая добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой, какой коллаген полезен для суставов, где приобрести качественные добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой по очень доступным ценам. Говоря о доступных ценах, я имею в виду, к примеру, месячный курс коллагена 1 и 3 типа по цене 454 рубля. Итак, перед тем, как перейти к конкретным продуктам, давайте разберемся в том, какую роль играют коллаген и гиалуроновая кислота в нашем организме. Итак, коллаген. Коллаген – это главный структурный протеин, который создает каркас для наших тканей и обеспечивает тем самым их прочность и упругость. Именно коллаген является причиной того, что мы не растекаемся в луже на полу, а наше тело держит форму. Коллаген – это вторая по величине после воды субстанция человеческого организма. 70% всего белка в теле – это именно коллаген, и 6% от веса тела составляет коллаген. Из коллагена состоит наша кожа, наши связки, сухожилия, кости, хрящи, кровеносные сосуды и даже глаза. Кстати, если вы хотите увидеть, как выглядит коллаген в вашем теле, просто подойдите к зеркалу и посмотрите на белок своего глаза, который почти на 100% состоит из коллагена. Коллаген выглядит как группа перекрученных волокон в наших тканях, и вы можете его себе представить как переплетение из трех ниточек. Коллаген – это не просто какой-то белок, как, например, белок от яйца. Это специальный протеин с уникальным аминокислотным профилем, который включает такие редкие незаменимые кислоты, как глицин, пролин и гидроксипролин. Коллаген синтезируется в нашем организме почти на протяжении всей нашей жизни. Но существует следующая проблема. Примерно после 25 лет производство коллагена нашим организмом уменьшается. Чем старше мы становимся, тем меньше коллагена синтезируется нашим организмом. Поэтому ткани нашего тела, такие как кожа, например, которые состоят из большого количества коллагена, слабеют и дряхлеют с возрастом. Сокращение выработки коллагена становится причиной таких симптомов старения, как морщины, дряблость кожи, ухудшение волос и ногтей, ослабление боли в суставах, а также хрупкость и непрочность костей. Но, к счастью, этот процесс можно остановить и обратить вспять. Принимая коллаген в качестве добавки, мы можем помочь нашему телу восстановить коллагеновую матрицу и укрепить наши ткани, обратить вспять тем самым признаки старения и вернуть назад нашу молодость. Добавки коллагена работают в двух направлениях. Во-первых, они поставляют в наш организм незаменимые кислоты, необходимые для выработки нового коллагена. А во-вторых, добавки с коллагеном выступают как возбуждающий фактор для системы выработки коллагена в нашем организме. Это очень важно, поскольку мы помним, что выработка коллагена уменьшается с возрастом. Добавки с коллагеном могут помочь нам поднять производство собственного коллагена до того уровня, который был у нас в молодости. Представьте себе, что вы возводите кирпичную стену. Вам нужны кирпичи, чтобы ее построить, а также вам нужны рабочие, чтобы выкладывать кирпичи. Добавки коллагена не только доставляют в наш организм новые кирпичики, но и помогают строителям в нашем организме построить стену быстрее. Итак, на этой схеме показано более подробно, как добавки коллагена работают в нашем организме. На верхнем кружке коллагеновая матрица находится на пике своего развития. Затем со временем коллагеновые волокна начинают разрушаться на маленькие фрагменты. Эти фрагменты-маячки распознаются нашим организмом и сообщают рабочим клеткам-фибропластам, что пора создавать новые коллагеновые волокна. Организм генерирует новый коллаген и так по кругу. Проблема в том, что с возрастом некоторые из этих фрагментов-маячков вымываются перед тем, как организм их распознает. Поэтому к строительству нового коллагена приступает уже не так много рабочих клеток фибропластов, и в результате происходит естественное уменьшение выработки коллагена. Когда мы принимаем добавки коллагена дополнительно, мы получаем новые фрагменты, то есть фрагменты, которые были вымыты прочь из нашего организма, восполняются, и больше рабочих клеток фибропластов приступают к выработке нового коллагена в интенсивном ускоренном темпе. Итак,
Переходим непосредственно к добавкам с коллагеном от компании NeoCell. Перед вами линейка бестселлеров NeoCell, биологически активная добавка суперколлаген. NeoCell выпускает суперколлаген в трех удобных формах, в виде порошка, таблеток и жидкой форме. И вы можете принимать коллаген в той форме, которая вам больше всего предпочтительна. Бестселлером номер один, несомненно, является суперколлаген в форме порошка, который состоит из 100% чистого гидролизированного коллагена. Для лучшего эффекта рекомендуется принимать порошок коллагена с апельсиновым соком или с любым другим источником витамина С, потому что витамин С – это очень важный сопутствующий фактор в производстве коллагена нашим организмом. И коллаген лучше усваивается, когда он смешан с апельсиновым соком или другим напитком, содержащим витамин С. Две бутылочки посередине – это второй и третий по популярности коллагеновые продукты. Это таблетированный коллаген, уже добавленный с витамином С, в упаковках по 120 и 250 таблеток для 1 месяца приема и 2 месяцев приема соответственно. Эти таблетки уже содержат витамин С, поэтому очень удобно принимать. И, наконец, справа находится суперколлаген в жидкой форме с экстрактом граната, который придает отличный вкус и препятствует окислению, то есть выступает как антиоксидант. Все эти формы суперколлагена содержат высокие дозы коллагена, которые помогут вам максимизировать выработку коллагена в вашем организме. Также все эти формы коллагена имеют выгодную цену, поэтому целый месяц приема вас не разорит. Например, суперколлаген в форме порошка в упаковке 200 грамм, который хватит на месяц приема, стоит всего 450 рублей. И все эти коллагеновые продукты идеально подходят для тех, кто хочет вернуть красоту своей коже, потому что эти добавки суперколлаген содержат коллаген первого и третьего типа. Это те типы коллагена, из которых на 75% состоит наша кожа. Суперколлаген прекрасно подходит для предотвращения таких признаков старения кожи, как морщины, увядание, истончение, дряблость кожи на лице и на других участках – плечах, шее, груди, животе. Итак, на правой картинке вы можете увидеть сильные и молодые коллагеновые волокна, которые делают нашу кожу гладкой и лишенной морщин. А слева коллагеновые волокна разрушены, и это приводит к складкам и морщинам на нашей коже. Прием добавок с коллагеном первого и третьего типа обеспечивает нашему организму помощь и поддержку в построении новой сильной коллагеновой матрицы. Итак, переходим к гиалуроновой кислоте. Гиалуроновая кислота – это еще один очень важный критический компонент, на котором специализируется компания NeoCell. Гиалуроновая кислота – это естественный магнит для воды. Она притягивает влагу в все ткани, где находится сама. Коллаген и гиалуроновая кислота являются лучшими друзьями в нашем организме, потому что они практически всегда находятся вместе. Коллаген отвечает за упругость кожи, гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение в нашем теле. Только одна молекула гиалуроновой кислоты способна притянуть и удержать вокруг себя 1000 молекул воды. Но не беспокойтесь, от гиалуроновой кислоты у вас не будет отеков, ведь она предназначена специально для увлажнения кожи, глаз и суставов. Как и выработка коллагена, так и синтез гиалуроновой кислоты уменьшаются с возрастом, поэтому мы буквально в смысле усыхаем, когда становимся старыми. Подобно тому, как и спелый виноград высыхает и получается морщинистый изюм. Наша сухая кожа выглядит морщинистой, а наши суставы как будто ржавеют без гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота в компании NeoCell выпускается в двух формах. В жидкой форме с экстрактом черники и в виде небольших капсул, которые легко глотаются. И очень интересный продукт, который наделал шуму на рынке биодобавок, это новинка от NeoCell – мягкие жевательные конфеты Beauty Bursts. Это как Starbursts, только намного-намного полезнее. В Beauty Bursts изысканный коллаген – это отличный способ удовлетворить свою тягу к сладкому, когда нам хочется сладкого, и немного перекусить. Конфеты Beauty Bursts содержат в себе только полезные компоненты – коллаген, гиалуроновую кислоту и витамин С для наилучшего усвоения коллагена. Каждая конфета содержит в себе только 4 грамма сахара, но ее зерной вкус не опасен для людей, так как только натуральные ароматизаторы. Beauty Bursts выпускается в двух вкусах – суперфруктовый пунш и шоколадная мята. Итак, очень интересно посмотреть на результаты приема Beauty Bursts. В этом нам поможет замечательный блогер сайта myfabfitbodies.com, которая принимала Beauty Bursts в течение 2 месяцев. Посмотрите, каких замечательных результатов она достигла. Обратите внимание на уменьшение межбровной и носогубных складок.
это выглядит, как будто бы она себе сделала подтяжку века. Но на самом деле это довольно реальные результаты, которые можно получить, принимая внутрь коллаген и гиалуроновую кислоту. Коллаген хорош не только для кожи. Он также может быть полезен при истончении волос и ногтей. Коллагеновый слой, который окружает корни волос, делает волосы менее склонными к выпадению. Также данный коллагеновый слой вовлечен в процесс доставки питательных веществ в волосяной стержень и оказывает воздействие на толщину каждого отдельного волоска. А коллаген помогает как бы удержать корень волоса на своем месте, поэтому волосы меньше выпадают. Можно привести аналогию с деревом. Его ствол может быть настолько толстым, насколько сильны его корни. Коллаген можно обнаружить, пожалуй, в каждой ткани нашего организма, включая соединительную ткань суставов. Сейчас будет немножко запутанно, когда мы будем говорить о коллагене для суставов. Но это очень-очень важно, потому что коллаген первого и третьего типа и коллаген второго типа играют совершенно разные роли в строении и поддержке суставов. Итак, коллаген первого и третьего типа содержится в сухожилиях и связках. В сухожилиях около 99% коллагена, в связках содержится 86% коллагена первого и третьего типа. А коллаген второго типа – это то, из чего на 60% состоят наши хрящи. Коллаген второго типа находится только в хрящах. И если вы хотите сохранить красоту кожи, волос, ногтей, укрепить связки сухожилия, то для вас подойдет коллаген первого и третьего типа. А если вам нужно укрепить и восстановить хрящевую ткань, то вам нужен коллаген второго типа. Но, к сожалению, смешивать коллаген первого и третьего типа с коллагеном второго типа неэффективно, потому что они стимулируют различные типы фибропластов, то есть рабочих клеток строителей, которые строят коллаген. И совмещение этих типов будет взаимопогашать их эффективность, поэтому совместный прием не рекомендуется. Коллаген первого и третьего типа можно принимать утром, а коллаген второго типа вечером. Или между приемами этих типов коллагена должно пройти хотя бы несколько часов. Компания NeoCell выпускает специальный коллагеновый комплекс для поддержки суставов. Этот продукт подходит всем, у кого хрустят суставы, например, коленки у бегунов, для тех, у кого проблемы с дисками позвоночника, или для тех, у кого с челюсти издает щелкающий звук. Этот комплекс для суставов содержит в себе не только коллаген второго типа, но также глюкозамин и хондроитин, и гиалуроновую кислоту для полной поддержки хрящей. Обратите ваше внимание вот на что. Только 15% ткани суставного хряща состоит из глюкозамина и хондроитина. Но большинство людей считают их добавками номер один, которые необходимо принимать для поддержки здоровья суставов. На самом деле суставной хрящ большую часть состоит именно из коллагена второго типа. И специалисты из компании NeoCell рекомендуют принимать сначала коллаген второго типа, а затем добавлять глюкозамин и хондроитин до второстепенной добавки по желанию. И лучше всего вы можете принимать вот этот вот данный комплекс от NeoCell, который уже содержит в себе коллаген второго типа в достаточном количестве, а также все главные нутриенты, глюкозамин, хондроитин, гиалуроновую кислоту, которые необходимы для поддержки суставов. Также компания NeoCell выпускает специальные формулы для спортсменов, которые помогают восстанавливать связки сухожилия после спортивных тренировок. Называется данный комплекс «Коллаген Спорт». И данный комплекс содержит в себе 30 граммов чистого белка. Чем же данная спортивная формула отличается от других белковых порошков, которые широко представлены на рынке? Тем, что данный препарат содержит 15 граммов сывороточного белка для общего восстановления мышц, также 15 грамм коллагенов первого и третьего типа для поддержки связок и сухожилий, также мультивитаминный комплекс и комплекс минералов, которые необходимы для спортсменов. Таким образом, коллаген спорт одновременно поддерживает и мышцы, и связки. Помимо сывороточного белка и коллагена, коллаген спорт содержит разветвленную цепь аминокислот и глютамин для мышц. Это чистейший продукт, который не содержит сахара, углеводов, лактозы, глютена или других искусственных ингредиентов. И данный продукт выпускается в двух вкусах – ванильном и шоколадном. И отличным дополнением к спортивному коллагену является, конечно же, гиалуроновая кислота, которая является главной составляющей суставной жидкости и обеспечивает амортизацию суставов, предотвращая их износ. Многие люди называют прием гиалуроновой кислоты заменой масла для своих суставов. И когда речь заходит о добавках для поддержки костей, очень-очень мало людей думают о коллагене.
то время как 36% костной ткани состоит из коллагена 1-3 типа. Эти 36% являются, пожалуй, самыми важными. Это как арматура, которая обеспечивает устойчивость конструкции строящегося дома. Также коллаген делает кости крепкими и немного гибкими. Эта коллагеновая матрица позволяет минералам, таким как кальций и фосфор, удерживаться друг с другом в костной ткани. И как мы уже знаем, выработка коллагена уменьшается с возрастом, что может привести к тому, что кости становятся пористыми, слабыми и хрупкими. И если вы озабочены здоровьем своих костей, обратите внимание на суперколлаген от компании NeoCell или на добавку Collagen Sport. Итак, какие же преимущества есть у продуктов компании NeoCell? Почему я советую их приобретать? Потому что все добавки коллагеновые от компании NeoCell содержат гидролизированный коллаген, который обладает наилучшей биодоступностью и очень хорошо усваивается нашим организмом. Также компания NeoCell озабочена тем, чтобы те люди, которые покупают биодобавки от NeoCell, принимали правильный тип коллагена. Первый и третий тип предназначены для сохранения красоты кожи, волос и ногтей, а также для поддержки связок сухожилий и костей. А второй тип коллагена предназначен для поддержки суставных вещей. И поэтому, когда вы выбираете коллагеновую добавку, я крайне рекомендую вам смотреть на этикетку, чтобы удостовериться в том, что продукт, который вы выбираете, содержит правильный тип коллагена для достижения именно тех целей, которые вам нужны. Ну и наконец, продукты коллагена и гиалуроновой кислоты от компании NeoCell содержат высокие эффективные дозы этих ингредиентов по доступным ценам. Кроме того, многие продукты из линейки NeoCell отмечены различными премиями и наградами различных изданий, журналов, выбор потребителей. Это еще раз говорит о том, что эти добавки действительно действуют и работают. Поступает много вопросов о том, насколько безопасны данные добавки и какое у них качество. Коллагеновые продукты NeoCell получают из бычьей кожи от животных, которые находились на свободном выпасе и выращены без антибиотиков и гормонов. Также на производстве коллагена и гиалуроновой кислоты на фабриках NeoCell действует строгий контроль качества, обязательный сертификат GMP. Все продукты не содержат ГМО, глютена, пшеницы, сои, других искусственных ингредиентов, абсолютно кошерны и сделаны в США. И в конце нашей презентации я хочу вам дать ответы на часто задаваемые вопросы о продуктах с коллагеном и гиалуроновой кислотой. Так, очень часто люди, которые не употребляют продуктов животного происхождения, интересуются тем, бывают ли растительные или вегетарианские источники коллагена. Растительных или вегетарианских источников коллагена просто не существует. Растительная целлюлоза не может заменить коллаген животного происхождения. И для тех, кто желает избежать продуктов из бычьей кожи, компания NeoCell выпускает морской коллаген, получаемый из рыб. Как же следует употреблять коллаген? Коллаген следует употреблять отдельно от других протеинов и жиров, но его можно принимать фруктами, овощами, мультивитаминами и другими биологическими добавками. Коллаген желательно употреблять утром, это самая первая вещь, которую вы слушаете натощак, либо вечером, либо в перерывах между едой, когда вы чувствуете голод, когда вам нужно перекусить. Результаты от приема коллагена становятся заметны после 2-3 недель приема, а результаты от приема гиалуроновой кислоты становятся заметны после 2-3 дней приема. Итак, где купить продукцию NeoCell? Продукция NeoCell доступна всем жителям стран СНГ, России, Украины, Беларуси, Казахстана и Киргизстана в интернет-магазине iHerb.com. В данном интернет-магазине действует доставка почты и курьером во все страны СНГ, и я сама заказываю продукцию NeoCell именно в интернет-магазине iHerb.com. И если вы будете заказывать продукты в интернет-магазине iHerb.com, то вы можете получить скидку в размере $10 на ваш первый заказ. Для этого просто используйте при оформлении заказа код купона CKV468. Я благодарю вас за просмотр данной видеопрезентации. Всегда рада видеть вас на своем канале, где вы можете найти много информации о продуктах для красоты и здоровья. Меня зовут Марина Шахова. Я буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, и если вы вступите в мою группу ВКонтакте и будете своевременно получать новые и интересные видеообзоры от меня. Всех вас очень люблю, мои уважаемые подписчики.
и до скорых встреч на моем канале.